Дождя нет. Поехали. Вот вещи запакованы. Лодка загружена. Здесь пока лето и солнце, а вон не уже тучи и дожди. Вот и свопа. Слышен гром. Нам туда. Вот прошло 1,5 часа. Лодку мы загрузили. Все поместилось. Сейчас отправляемся в путь. Вот когда течение быстрое, и грести одно удовольствие. Первое серьезное препятствие. После непродолжительного буреломинга препятствие преодолено. Новый мост в Михайловке. Старый мост в Михайловке. Небольшой привал у Михайловки. Саму Михайловку не сняли, были заняты руки. Так что придется в следующий раз. Течение быстрое, плыть весело. Вот, кстати, орешник. И ежевики здесь тоже много. То тут, то там в реку впадают вот такие ручейки. Вода холодная. Эта местность называется урочище Худяк. Здесь видны следы человеческой жизнедеятельности. Но ничего страшного, мы здесь останавливаемся на ночлег. Кстати, вон та белая точка, это цапля. Абсолютный штиль, ни единого ветерка. Значит, итоги дня. За 8 часов мы прошли 16,5 километров. Увидимся завтра. Ходите в походы. Да, кстати, дождь сегодня так и не пошел.